Перед просмотром данного ролика посоветую вам подписаться на канал Руслан Маднес. На канале вы сможете найти огромнейшее количество хорроров, таких как The Forest, The Walking Dead и многое другое. Но, а я уже подписался. Здорово, народ, это Калифорния Ролеплей, меня зовут Джеймс, и вот наш дом с Маркусом, вот Вильям, который мне в прошлой серии помогал, точнее, не в прошлой серии, я его благодарил в прошлой серии, я так понимаю, что это его друг. В общем, сегодня мы собираемся отправиться в магазин мебели и как-то исправить, ну вот это вот Даня только сможет убрать, вот эту вот шнягу. Ну, я собираюсь сделать как-то тут немножко кухню сделать. Ну, в зале тут я ничего не буду делать. Коридор сделать и туалет. И все. В общем, эти парни сам пойдут. Кто-то купаться, он уже собирается. Так, давайте приоденемся. Как всегда. Кепочка наша. Сохранить. И очочки. Так, все. Теперь... Джеймс готов, точнее не Джеймс, а уже Дима Грозный готов уже отправляться за покупками, так что вот мы идем всей толпой, так сказать. Все, пойдемте на выход, exit. Так, вот моя машина, вот ихняя тачка, ну я не знаю, может кто-то со мной поедет. Открываем тачку. Кто-то едет со мной? О, мне дают буллет. Отлично. Так, кто-то на моей, значит, поедет. Давай, давай, откройте его хотя бы. А, он мне дал ключи, отлично. Так, все, теперь отправляемся в магазин одежды. Что там с Вильямом? Может он ехать или нет? Почему-то Вильям не может ехать. Может, ее завести надо? Может, он ее не может завести? Так, у меня банчата, потом... и я говорю ему, чтобы... Прыжок это да, присесть это нет. Вот так вот. Так, все, отправляемся в магазинчик. Отлично, прям на булке так. Ох, как... Парень какой опасный. Да, я бы не отказался бы от булочки, но у меня есть раритет свой, который я тоже очень люблю. Так, давайте отправимся в торговый центр и в торговом центре накупим. Всего у меня немного денег, всего 12 тысяч, но я думаю, на что-то хватит. Так, где там Вильям? Почему-то она немного отстает. Блин, ну машина моя клёво смотрится, не буллет, а моя вот прям такая... Крутая. Не знаю чем, но она мне очень нравится. Так. А какой этот номер стоит? Калифорния Ролеплей H203. Хорошо. Так, а как она на заносах? Ой, да уж. О, мне более утоляющего передали. Отлично. Надо будет подлекать себя попозже чуть-чуть. После в магазине где-то. И заехать... Похавать, как всегда, Джеймс всегда голодный. О, кстати, мы все ж, этот, студенты, нам надо отправляться в университет, когда будет там, какая-то пара или что-то типа такого. Так, президент уже есть, ничего себе. А, в принципе, да, президент и был, я что-то немного загнался и думал, что президента нет. Так, паркуем тачку. Я помню, когда-то тут стояли. Да, вот они сейчас стоят. Если его сбить, то из него выпадают деньги. Так, паркуем тачку. Давайте закроем. Все, закрываем авто и бежим в магазин мебели какой-то. Так, так. Это у нас что? Все для кухни. Ну, это мы потом зайдем. Туризм и отдых. Так, там дальше вроде бы были еще... А, нет, дальше нет. Тут где-то они, значит, должны быть. Магазинчики наши. Все для рыбалки.
цветочный рай. Давайте цветочный рай зайдем. 10 баксов за вход. Нормально, ух ты. Прикольненько. Так. Такие не нужны, нет. Это дорогой. Вот таких вот штуки. 4, я думаю, можно купить. Это дорогой, дорогой. Не нужны. Так, так, так. Ох ты, ё. Блин, чё ж тут всё такое-то дорогое? Ладно. На этом, я думаю, остановимся. Всё, теперь можно пойти в... Где-то тут... Подождите, тут где-то должен быть магазин мебели. Мир сантехники, а вот то, наверное, мебель в этот магазин. Или туризм и отдых. А, я вспомнил, где магазин мебели. Продуктовый магазин. И нет, мне не надо продуктовый магазин пока что. Готовить пищу будем попозже. Кстати, я думаю, что можно будет как бы отправиться на пикник, вот так собрать всю толпу и отправиться на пикник. До сих пор вот этот вот магазин, он самый дешевый, я вам советую, парни. Магазин мебели Тигейфа Хэппи. Он самый дешевый, тут 0, да-да-да, 0 за вход. И тут все самое дешевое. Этот магазин ему принадлежит уже, я не знаю, сколько времени, ну, очень много. Вот диван за 60 баксов. Так, дальше вот такой вот диванчик. Мы купим два дивана таких. Потом стул, шкаф такой не надо нам. Вот таких вот. Вот так вот накупим, короче, сколько там, я не знаю. Шкаф. Шкаф есть у меня. Стул. Сейф. Дверь. Купим дверь. Такую купим дверь. Кровать. Кровать не поместится там. Вот, в принципе, это и все. Я думаю, нам этого хватит для того, чтобы построить наш дом. О, меня уже здесь ждут, отлично. Прям как карета подана. Вышел так с магазина и уже все. Все тебя ждут. Спасибо вам, пацаны. Вильям и Александр, спасибо вам. Поехали теперь. Так, я нечаянно сломал свою тачку, блин. Теперь едем домой. А, да-да-да, точно. Спасибо за болеутоляющее. Я забыл что-то про него. В... Аптечка бинтов болеутоляющие использовать. А у меня, по-моему, есть там немного в кармане болеутоляющие. Да, есть, использовать. Все, думаю, хватит так. Поехали! Сигналим свадьбу, ребят. О, кстати, насчет свадьбы. Надо подыскать себе какую-нибудь спутницу в жизни и... Да, вот так вот. Найди себе какую-то подругу. Возможно, у Маркуса есть аккаунт, который зарегистрирован не на парня, а на девушку, как бы. Можно такую угарную серию заснять там, где мы с Маркусом будем жениться. Я не знаю, над этим надо еще подумать, и может Маркус вообще скажет, нет, еще, у меня аккаунта нету. Ну, насколько я помню, вроде бы у него был аккаунт с женским ником. Вот так. Так. И, кстати, ребят, жду ваших предложений в комментарии, в какую фракцию для начала вступить. Вот, пишет мне кто-то, Бенджамин Коллинз, передайте привет, Митя. Ну, я ответил, да, я Митяй, но вот у меня банчата, чувак, я не могу ответить. Машина брошенная, ПРП на дороге. Номер П, пацаны, отлично. Калифорния рулит. Чувака ждать будем? А, так я думал, это... Я думал, это он и едет. Ладно, я что-то загнул немного. Давай подождем. Тут возле пиццерии. Так, а где он-то делся? Да, ну парни катаются вообще отлично прям. А где он есть-то? Вильям, ты где? Куда пропал Вильям? Ничего не понятно. Может, посигналим ему? Где наш Вильям? Ладно, поехали к дому. Мою машину, получается, он где-то бросил. Сейчас посмотрим.
Может, он уже возле дома. Так. Ну, блин, булочка мне нравится. Чем-то вот такая вот прикольная тачка. Парни вон на гидравлике катаются. Отлично, тоже где-то парни. Так я немного что-то ехал, вот и чуть-чуть потерялся, забыл, где мой дом. Вот еще полицейская тачка брошенная где-то, отлично. А вон, походу, Вильям подъезжает к моему дому. Да, скорее всего, это он. Блин! Извини. А, кстати, я ее не побил, так что все. Я думал уже просить прощения, давать деньги на ремонт. Да, вот и Вильям. Так, сейчас припаркуемся. Так. Так, ой, фары. Фары, надо выключать фары. Так, закроем машину. Лок. И эту закроем. Все, теперь отправляемся в дом. Кстати, надо будет прописать Вильяма, если можно как-то там будет прописать, то я его пропишу. Давайте для начала коридорчик сделаем. Поставим. Давайте для начала поставим дверь. Так. H object. Черный диван. Так, дверь для шкафа. Входная дверь. Ставим входную дверь. Так. Так. Чик. Сколько до конца мута? 5 минут есть? Давайте проверим. 5 минут есть, да. Есть 5 минут. Ударяю дверь. Больше 5 осталось. Так, теперь поставим. О, я знаю, где можно поставить еще одну дверку. Так, ой. Больше 10? Нет, меньше 10. H-Object. Где дверь для шкафа? Вот. Сейчас мы ее задвинем вот сюда. Главное только, чтобы она не торчала с той стороны. Вот так. Все. Да, вот, отлично. Дверька есть. Волшебный удар пишет. Какая дверь, воу. Так, H-Object, мягкий диван, книжная полка. В принципе, я не особо так вот как-то могу много себе позволить тут сделать. Архитектор. Так, давайте поставим цветочки возле входа. Так, аудиосистема, компьютер. Цветы. Вот, ветки в горшке. Да, вот это вот эти вот цветочки мне чем-то нравятся. Не знаю чем, но мне что-то нравится. И еще один поставим. Вот они. Так. 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 Вот. Все. Отлично. Все у нас теперь есть. Если больше 10, удар стену. Меньше. Меньше 10. Меньше. Теперь. Так, стоп. А чего я там накупил вообще? Минут 5. Ну да. Примерно 5 минут. Так, офисный шкаф. Мягкий диван оставим. Офисный. Книжная полка. Шкаф. Шкафа 2. А, да. У меня откуда-то были шкафы, я не знаю. Блин, так у меня я так съездил в магазин и ничего так особо и не купил. Ну ладно, давайте поставим еще один шкаф. Ой, не такой шкаф. А как его, ладно, давайте засунем его в стену. Текстуру туда. Так, object. Я хотел поставить книжную полку. Книжную полочку ставим. Оп. Так, выровняем немного, что я криванул. Во. Так, ты снимаешь? Да, я снимаю. Снимаю. Давайте еще цветочек поставим вот тут в уголку. Так, ветки в горшке, вот они. Ой, здрасте. Так, вот. Все, отлично. Теперь коридор у нас более выглядит так. Прихожая, точнее, выглядит. Да, в принципе, коридор, прихожая. Выглядит более так
лучше. Так, что-то подсело немного FPS, ничего, такое бывает. И теперь надо подумать, где же поставить диванчик. Ну, в принципе, у меня есть идейка. Ну, давайте вот тут поставим H-Object, мягкий диван. Так. Маркус, блин, натворил здесь беспредела, понаставлял всякого. Катание на диване, пацаны. Так, иди сюда. Так, чтобы все переставить, введи Edit House. Это не работает, потому что не я владелец дома. Только владелец дома может переставлять все, что типа он наставил. Или я наставил. Так, как-то надо вот так и вот так, наверное. Посмотрим, как оно. Да, отлично, это то, что нужно. Да, это оно. Какой-то бы столик бы здесь для того, чтобы есть. Ну, я немного тупанул и не купил его. В принципе, можно шкаф поставить, так что. Заходи сюда, гопник что ли? Да, ко мне было или нет? На видео мешкал пусть стоит. Так, опускаем его. Подвигаем. Так. Чикс. Блин, вот это вот неудобно так чуть-чуть. Так. Чуть выдвигаем. И еще можно, да, вот так. Чуть-чуть поднять. И сюда. Вот, все, столик у нас есть, отлично. Только вот текстурка тут пропадает, но в принципе отлично и так, думаю. Ты еще в подвал поставь кое-что. В подвал не надо, в подвал потом. Я мало чего купил. Куда он пропал-то? Ладно. Так, чуваки, я извиняюсь за кашель. Что-то у меня с горлом. В принципе, давайте попробуем Edit House написать. Может быть, он работает. Edit House. Убрать объект. Нельзя удалить данный объект. Тут же есть гараж? Нету гаража. Какой факультет? Юридический факультет. Так. Ну, в принципе, на этом, я думаю, все. Вот. Журналистика. Нет, не журналистика. В принципе, на этом все. Домик я вот сделал. Сколько мут остался? Мут остался 5 минут. 10 минут. Можно теперь это все отметить. И вот Александр Коста передал мне вино. И мы сейчас венцом все это дело отметим. Это продукты, да, наверное? Да, вот венцо у нас, одна бутылочка. Использовать. И Вильям Клементе передает. Что-то написал. Привет, бро, и подписчикам. Неужели вот у меня снялся чат? И тебе привет. Ёба, кружит. Так, скоро закончу. Снимать. Так, Вильям что-то вышел в АФК. В общем, вот мы бухаем жестко на хате. Наверное, пойдемте на кухню, пацаны. Пройдемте на кухню. Там атмосфера лучше. Так, может, магнитофон у меня, кстати, и есть. Давайте посмотрим. Mac, по-моему, команда. Ой. Слэш маг. Нету магнитофона, у меня плохо. Так, а сидя нельзя вроде бы пить. Ну ладно. Стоя постоим, сейчас попьем. У Вильяма, че? Вильям, че не пьешь? Вил. Че не пьешь? Вот так все. Жесткая бухалова у нас тут творится на моей зданиной комнате. У Вильяма находится букет красивых цветов. Не смог передать. А, у Вильяма нету мест. Дмитрий. Да. Я Дмитрий. Мне сейчас, походу, вручат цветы за то, что я Дмитрий.
Поздравляю вас с новосельем. Спасибо. Только без бкз, без вина вы как-то не в теме. Вот так. Надеюсь, вам этот штат понравится. Да. Я тоже так надеюсь. Вот так. Еще раз, пацаны, вам передаю привет. Александр Коста, Вильям Клементе. И от нас с Александра есть букетик цветов. Воу! Там Бенджамин Коллинз, по-моему, если... Бенджамин Коллинз писал там Митяй. Да-да-да, я Митяй. Сейчас найдем. Давайте Бенджамин Коллинз. Бит. Бендж. Или как-то может... Нет, все, нету его. А в чате? В чате, может быть, он еще есть. Ну, скорее всего, нету, потому что уже столько флуда здесь было. Банчата мне сняли. Да, нет, нету его. Так, что тут пишут? А потом подгон еще сделаю. Поздравляем! Ура! Достал цветы. Отлично, пацаны меня поздравляют с новосельем. Протяну руку немного вперед, взял букет из рук парня напротив. Так, теперь как их достать? Инвентарь и, по-моему, другое, это оно, клюшка, а вот, да, цветы. Использовать. А, надо выкинуть в это бухло. Как его выкинуть? Вот, все. Блин, бухло испортило цветы. Испортило цветы. Так, давайте. Так, у меня есть фотоаппарат. Давайте сейчас по фотографии. А, вот, есть у меня цветы. Использовать. Вот они. Есть. Цветы. Вот они. Отлично. Вот наши цветочки. Давайте их... я не знаю, что с ними сделать. Давайте их поставим в микроволновку, блядь. Ой. Блядь. Есть ли ваза на столе? Нет. Блять, что я пишу? Стол пустой. В общем, пацаны, на этом все. С вами был я, Джеймс. Сервер California Roller... Блять, California Roller Play, 103 серия. Расставление мебели в доме. И празднование новоселья. И мне помогали вот эти вот замечательные чуваки. Давайте вот даже сейчас скрин сделаю, так на всякий случай. Как мы тут жестко заливаемся бухлом и ходим с цветами. В общем, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу, задавайте мне вопросы. Ну и до новых встреч. С вами был Джеймс из Бро. Адиос, амигос.